Всем привет, меня зовут Шура, и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот крутую сумку кроссбоди. Вяжется она очень-очень просто и очень быстро, узор очень-очень легкий. Я вам все подробно обязательно расскажу, покажу. А из материалов нам понадобится два мотка шнура «Карамель Дольче» от сайта «Пряжа Центр». Ссылку на этот магазин я обязательно вам оставлю в описании. Всю фурнитуру я тоже приобретала там. И давайте по очереди. «Карамель Дольче», шнур 4 мм, в мотке идет 100 метров на 200 грамм. И вот это останется у вас от второго мотка. То есть приблизительно нужно где-то полтора мотка, от второго мотка где-то треть у вас уйдет. Но в зависимости от того, какого размера сумку вы будете вязать. Здесь, в принципе, узор вяжется очень просто, и можно связать сумку любого размера. Можно сделать ее шире, можно сделать ее длиннее. Все зависит от вашей фантазии и от полотна, которое вы свяжете. Что еще? Цепочка, естественно, полукольца, на которые будет крепиться наша цепочка, и замок. Замок у меня треугольный, я сделала его под рисунок, получается, вязания, чтобы он у меня был продолжением моего рисунка. И вот такая вот красотка у нас с вами получится. Больше нам ничего не нужно, кроме крючка номер 4. Все полотно мы будем вязать с вами крючком номер 4. Ничего лишнего, ничего не нужно будет придумывать, выдумывать. В общем, ножницы и игла для сшивания деталей. Все. Хорошее настроение, чуть не забыла. В общем, если у вас появятся какие-либо вопросы во время просмотра или после, в общем, пишите в любое время. Я всем помогу, подскажу, отвечу. Короче, не забудьте поставить лайк, подписаться и пойдем уже вязать. Для начала давайте сформируем воздушную петельку. Для этого хвостик рабочей нити мы подкладываем под рабочую нить вот таким вот образом, формируя воздушную петельку. Далее вставляем крючок в эту петлю, захватываем рабочую нить и подтягиваем хвостик, но не сильно, потому что нам эта петля еще понадобится. Теперь делаем еще одну воздушную петлю. Вот так. Теперь у нас две воздушные петли. И вставляем крючок, возвращаемся в первую петельку, которую мы с вами сформировали. Вот так. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петельку. Провязали первый столбик. Таких столбиков нам нужно провязать в эту петлю 3. Далее в эту же петлю вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Снова в эту же петельку вставляем крючок и вытягиваем третий столбик. Вот что у вас должно будет получиться. Далее хвостик подтягиваем, чтобы у нас не было дырочек. Хорошенько подтягиваем и переходим к вязанию второго ряда. Делаем воздушную петлю, вязать будем поворотными рядами, соответственно, поворачиваем вязание. И вязать мы будем с вами за задние стенки наших вершин. То есть, вот смотрите, вот идет вершина, передняя стенка, которая ближе к нам, и задняя, которая дальше от нас. За вот эти вот задние стенки мы с вами будем вязать. Первую петлю мы пропускаем, это петля подъема, ее не трогаем. И во вторую петлю от крючка за заднюю стенку мы вставляем крючок и вытягиваем петельку. Провязали первый столбик. Теперь сюда же, в эту же петлю, мы вставляем крючок и провязываем второй столбик. Делаем прибавку. Всегда наш ряд будет начинаться с прибавки. Далее у нас идет второй столбик. За заднюю стенку этого столбика, вершины этого столбика, мы вставляем крючок и провязываем новый столбик. В эту петлю нам нужно провязать 3 столбика. Это будет нашим поворотом. То есть в одну петлю, в центральную, от второго столбика предыдущего ряда, мы провязываем с вами 3 столбика. Вот так. Далее у нас осталась последняя вершина. Ее у нас не видно, она немножко завернута. За заднюю стенку также вставляем крючок и провязываем 2 столбика в одну петлю. То есть делаем прибавку в конце ряда. В каждом ряду у нас будет начинаться ряд с прибавки и заканчиваться с прибавки. И в каждом центральном столбике ряда у нас будет вязаться поворот из 3 столбиков в одну петлю. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и продолжаем вязать третий ряд. Первую петлю мы пропускаем, это петля подъема. И за заднюю стенку второй петли от крючка мы вставляем крючок и вытягиваем первый столбик. Провязали. Ряд начинается с прибавки, поэтому сюда же мы вставляем крючок и провязываем второй столбик. Далее у нас идет до центрального столбика 2 столбика. В них мы не провязываем прибавки, мы продолжаем вязать в каждую петлю, то есть за каждую заднюю стенку мы вяжем 1 столбик. 2. Вот так. Теперь мы дошли до середины, в центральный столбик за заднюю стенку мы провязываем 3 столбика поворота. Первый столбик,
Сюда же мы вставляем крючок, провязываем второй столбик. И теперь сюда же вставляем крючок и провязываем третий столбик поворота. Дальше у нас осталось 3 петли. Смотрите, первая, вторая, третья. 2 мы провязываем одинарные столбики, то есть продолжаем вязать в зеркальном порядке. Следующую еще один столбик. И в последнюю петлю мы вяжем прибавку. Первый столбик. И сюда же вставляем крючок и провязываем второй столбик. Вот такой треугольничек у нас с вами получается. Таким образом вяжется весь рисунок. То есть в каждом новом ряду у нас добавляются столбики за счет прибавок. Это у нас уже получается четвертый ряд. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Первую петлю пропускаем. Во вторую петлю за заднюю стенку мы вяжем прибавку. Раз. Два. И вот здесь вот по прямой в каждом новом ряду у нас будет добавляться за счет прибавок по 2 столбика. То есть в предыдущем ряду мы провязали 2 одинарных столбика по прямой. Теперь у нас будет 4 столбика до центральной петли. За заднюю стенку первый столбик, далее следующий, второй столбик, следующий, третий столбик, следующий, четвертый столбик. Теперь мы дошли с вами до центрального столбика, до центральной петли. За заднюю стенку вставляем крючок и провязываем 3 столбика поворота в одну петлю. 2 и 3. Теперь повторяем в зеркальном порядке. Отражаем то, что провязали с этой стороны. 4 одинарных столбика и в последний мы вяжем прибавку. Вот что у нас с вами получается. Таким образом вяжем на ту ширину, которая нам нужна. То есть с каждым рядом у нас увеличивается ширина нашей сумки. Здесь решать только вам. Хотите узкую и высокую сумку, вяжите вот на такое количество. То есть можете прям линейку поставить и к линейке прикладывать. Хотите широкую, но не высокую, то вяжите больше рядов. То есть чем больше рядов вы свяжете, тем шире будет ваша сумка. Давайте покажу еще раз. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. Во вторую петлю от крючка за заднюю стеночку мы вставляем крючок. И провязываем прибавку. Каждый ряд у нас начинается с прибавки. Дальше. По прямой между прибавками, да, до угла, до поворота, у нас получается в каждом ряду добавляется по 2 столбика за счет прибавок. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый. Пятый и шестой. То есть в прошлом ряду у нас было 4, в этом ряду у нас уже 6. Далее в центральную петельку мы провязываем 3 столбика поворота. Раз, сюда же 2 и в эту же петлю 3. Дальше зеркалим 6 столбиков одинарных и в конце ряда в каждом ряду мы делаем прибавку. 2. Я провязала 8 рядов, мне этого будет достаточно. Здесь у меня получается между прибавкой в начале ряда и до поворота 12 одинарных столбиков. В ширину получилась у меня сумка приблизительно 17 сантиметров, но там еще добавится обвязка, поэтому за счет этого не переживайте, приблизительно плюс 1 сантиметр будет обвязки. Теперь мы продолжаем вязать уже высоту. Что мы делаем? Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание, и с этой стороны мы уже не делаем прибавку в начале ряда. Теперь у нас каждый ряд будет начинаться с убавки, то есть первую петлю в петлю подъема мы пропускаем, и во вторую петлю за заднюю стенку вставляем крючок и вытягиваем петельку. Не провязывая, вставляем в следующую петлю за заднюю стенку, вот таким вот образом. Вытянули петлю и провязываем все 3 вместе. Это получается у нас убавка. Дальше мы вяжем одинарные столбики. У нас их должно получиться 13 штук. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9,
10, 11, 12 и 13. 13 одинарных столбиков до нашего поворота. Теперь в центральный столбик, да, из трех мы провязываем поворот. 3 столбика в одну петлю. Раз, два, три. Дальше делаем то же самое, то есть повторяем в зеркальном порядке. Провязываем 13 одинарных столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и последний 13-й одинарный столбик. У нас осталось 2 петли, и из них мы делаем убавку. То есть заводим крючок, первая задняя стенка, вытянули петлю, не провязываем. И последняя петля, вот так это у вас будет выглядеть. Вытянули, и теперь 3 петли провязываем вместе. Сделали убавку. Воздушная петля подъема, разворачиваем вязание. И теперь каждый ряд у нас будет абсолютно одинаковым. То есть начинаем убавка, 13 столбиков. Здесь у вас количество столбиков меняться не должно, если вы делаете все правильно. 3 столбика поворота в центральный столбик и 13 столбиков в обратную сторону и также убавка. Давайте вместе с вами проверим. Первый столбик пропускаем, во второй первая петля и вторая. 3 петли провязываем вместе. Дальше у нас должно получиться 13 столбиков до поворота. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и последний 13-й столбик. Мы дошли с вами до центрального столбика из трех. В него мы провязываем 3 поворотных столбика. Раз, сюда же, два и сюда же, три. Дальше повторяем в зеркальном порядке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И в последние два провязываем убавку. Раз и два. Вот что у вас получается. Количество столбиков теперь не меняется. То есть каждый ряд вяжется абсолютно одинаково. Начинаем с убавки. 13 одинарных столбиков. 3 поворотных столбика в центральный. Снова 13 одинарных столбиков. И в последние два убавка. Разворачиваем вязание. Точно так же у нас ничего не должно меняться. Если вы будете делать правильно, у вас будет такое же количество столбиков. Таким образом, мы вяжем на нужную нам высоту сумки. Здесь уже решать только вам, все зависит только от вашей фантазии, какую высоту сумки вы хотите, столько рядов вы и вяжете. Ну что, я провязала 40 рядов, мне этого достаточно. Смотрите, приблизительно смотрим. Получается вот такая вот сумочка. Теперь мне нужно из этого угла сделать квадрат. Что мы делаем? Продолжаем вязать точно так же. Довязали до конца, делаем воздушную петлю подъема. И теперь также в начале ряда у меня идет убавка. Дальше раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и 11 столбиков по прямой до поворота. У меня здесь осталось 2 столбика до вот этого центрального столбика, в который мы вяжем поворот. Эти 2 столбика мы делаем убавку. Раз и два. Вот так. Провязали. Обратите внимание, что у нас получается. Центральный столбик мы не трогаем. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание.
И продолжаем вязать точно так же. То есть в начале ряда у нас убавка и в конце ряда у нас убавка. И постепенно у нас должно сузиться количество столбиков до 3. То есть первый столбик пропускаем, дальше второй, третий, убавка. Продолжаем вязать. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. У нас осталось 2 петли. Делаем убавку в конце ряда. Вот что у нас получается. Таким образом вяжем до тех пор, пока у нас в конце не останется 3 петли. То есть в этом ряду у нас было 9 столбиков по прямой. В следующем ряду у нас будет на 2 меньше, то есть 7. Дальше 5, потом 3. Вот что у вас должно получиться. Смотрите, я провязала последний ряд. Убавка, 1 столбик, убавка. У меня в итоге осталось 3 вершины, то есть 3 столбика. Делаю воздушную петлю подъема и теперь собираю угол. За заднюю стенку также первую петлю пропускаю, за заднюю стенку вставляю крючок, вытягиваю первую петлю. Следующая задняя стенка, вторая петля и последняя. То есть 3 столбика у нас осталось, 3 петли вытянули, плюс воздушная петля подъема. Итого у нас 4 петли на крючке, и мы провязываем их все вместе. Вот что у вас должно будет получиться. Далее делаем воздушную петлю, чтобы закрепить наше вязание. И вот такой вот квадрат у вас получится. Нить можно обрезать. Дальше формируем этот угол точно так же, то есть по рисунку смотрим, где нам начать ряд, с этой или с этой стороны. У меня здесь начинаем ряд вот отсюда, то есть мы пропускаем центральный столбик, в который мы бы с вами сделали поворот, и вот сюда. Получается, первый столбик из 13 вот этих мы вставляем крючок и вытягиваем петельку. Ниточку придерживаем, ее спрячем в вязание, и смотрите, что мы делаем. Делаем воздушную петлю. Теперь снова вставляем крючок сюда же, в эту же петлю. Вытягиваем первая петля. И следующая получается из следующего столбика. То есть мы делаем с вами убавку. Вот так. Дальше мы точно так же провязываем, как и с противоположной стороны. Сначала 11 столбиков между убавками. Делаем воздушную петлю. Поднимаемся на ряд выше, потом провязываем 9 столбиков между убавками. Потом следующий ряд у нас 7 столбиков между убавками. Следующий ряд 5 столбиков. Следующий ряд 3 столбика. И следующий ряд у нас остается 1 столбик между убавками. И мы формируем вот такой вот угол из 3 петель. Вот я довязала до угла. Еще раз, смотрите, показываю. Первую петлю пропускаем, следующая петля вытянули раз, следующая задняя стенка вытянули 2 и следующая 3. 4 петли на крючке провязываем вместе. Воздушная петля для закрепления. И вот что у нас с вами получается. Вот такой вот прямоугольник, который теперь нам нужно с вами обвязать по кругу. Итак, делаем еще одну воздушную петлю. И вставляем крючок вот сюда, то есть вот в эту петельку, которая сохраняет наши вот эти 3 петли, соединяет. То есть следующий столбик мы вяжем вот сюда, за вершину, откуда мы вытащили вот эти вот наши 3 петли для соединения. Вот таким вот образом. Второй столбик. Следующий столбик мы провязываем в нашу вот эту вот убавку последнюю. Видите, тут 2 петли в одной. Мы заводим крючок за вот эту вот переднюю стеночку. И в середину нашего вот этого столбика, то есть вот так, захватываем вот эти вот 3 петли. Дальше у нас идет снова, видите, наши вершины. За вершину еще один столбик и так далее. То есть, в принципе, здесь не важно, куда вы будете вставлять крючок при обвязке. Самое главное, чтобы у вас получилось одинаковое количество столбиков с этой стороны и с этой. Итак, дошла я до угла. У меня получилось ровно 40 столбиков, так как я вязала по одному столбику в один ряд.
Теперь, смотрите, я подошла вот сюда к углу, и последний столбик у меня здесь в вершину провязан. В эту же вершину сюда я провязываю еще 2 столбика, то есть делаем поворот. Точно так же, как мы вязали с этой стороны угол. 3 столбика в одну петлю. Один у нас это столбик 40, который получился по прямой. И еще 2 столбика. Получился вот такой вот красивый поворот. Дальше я делаю обвязку точно так же. На каждый ряд вяжу по одному столбику. Смотрите, вот здесь у нас идет лицевой ряд, да, последний, получается, прибавки мы здесь делали. Вот первый столбик, вот второй. Если мы заведем крючок между прибавками, у нас образуется дырочка. Чтобы этого не случилось, мы заводим крючок за вот эту вот верхнюю вторую стенку нашей прибавки, второй. И провязываем первый столбик. Следующий столбик я вяжу в вершину полностью, то есть не только за заднюю стенку, как у меня вот здесь, откуда вывезена прибавка, но захватываю и вот эту вот вторую стенку, как обвязывала с этой стороны сбоку. Дальше повторяю то же самое. За вторую крайнюю стеночку прибавки я вставляю крючок. Вот так. Таким образом у меня получается на каждый ряд по одному столбику. Я провязала до конца, по прямой у меня получилось 16 столбиков. Помним, да, 8 рядов, поэтому 16 столбиков сюда и сюда 8. Теперь вот сюда, в последний, мы с вами вяжем поворот, то есть 3 столбика в одну петлю. Раз. Два. И теперь продолжаем вязать точно так же на один ряд. По одному столбику, чтобы получилось одинаковое количество. То есть, если 40 с этой стороны, то 40 и с этой стороны должно получиться. Я сделала обвязку до конца, теперь мне нужно закончить. Здесь у нас идет один столбик, помните, мы делали воздушную петлю, один столбик и продолжили. Теперь нам нужно сформировать поворот. Один столбик у нас уже есть и воздушная петля тоже есть. Мы вставляем крючок сюда же, в это же отверстие, и провязываем один столбик, вот так. Нить вытягиваем и обрезаем, вытягиваем хвостик полностью, и теперь будем формировать закрытие. Для этого вот она идет, наша воздушная петля, и вот эта вот вершина от нашего столбика. Мы вставляем крючок вот таким вот образом под эту воздушную петлю. Обратите внимание, как это должно у вас выглядеть. Захватываем наш хвостик и вытягиваем на лицевую сторону. Осторожно, петля очень затянутая. Вот так. Поправляем все это дело. И обратите внимание, что у нас с вами должно будет получиться. Далее, с обратной стороны, вот идет наш последний столбик. Мы вставляем крючок под вот эту перемычку, которая есть у каждого столбика. И в середину вершины, откуда мы вытянули с вами вот этот вот хвостик. Захватываем нить, которую мы с вами вытянули, и вытягиваем на изнаночную сторону. Вот что у нас получилось. Красивое, аккуратное закрытие ряда. Не видно ни начала, ни конца. И теперь вот этот хвостик нам нужно спрятать в вязание за задние стеночки. И вот такая вот заготовка у нас с вами получается. Прямоугольничек такой, который мы с вами впоследствии складываем вот так. И получаем красивую сумку. Теперь будем вязать вот эти вот боковушечки. Давайте я вам сейчас по размерам скажу. Если вы вяжете такие же размеры, как у меня, такое же количество столбиков, то в длину у меня 44,5 сантиметра и в ширину так, 19,5, почти 20. Связать нам нужно две вот такие вот детали. Вяжутся они очень просто. И параллельно сразу мы с вами спрячем туда полукольцо. Делаем воздушную петлю точно так же, как при вязании основного полотна. Сильно ее не затягиваем. И набираем цепочку из 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот что у нас с вами получается. Теперь смотрите, во вторую петлю от крючка, то есть первую мы пропускаем, во вторую петлю вставляем крючок и вытягиваем первый столбик. Раз. Далее следующее. Два. Следующее.
3. И так до конца нашей воздушной цепочки. 6. И последний, 7-й столбик в ту петлю, которую мы с вами сформировали. Вот так будет выглядеть наш первый ряд узора. Дальше воздушную петлю мы не делаем, а разворачиваем вязание и вязать будем точно так же за задние стенки, как вязали мы с вами основное полотно. То есть вставляем крючок, первую петлю мы с вами пропускаем, и во вторую петлю за заднюю стенку мы вставляем крючок. То же самое мы повторяем и с нижними петельками. Первую петлю мы пропускаем, и во вторую вставляем крючок. Предварительно хвостик нашей рабочей нити прячем под вязание. Вытянули петельку и провязали первый столбик. Хвостик можно немножко подтянуть. Дальше повторяем то же самое, то есть за заднюю стенку следующего столбика вставляем крючок и тут за нижнюю следующую петлю. То есть они друг напротив друга стоят, вы не перепутаете. И провязываем второй столбик. Далее, следующая. И снизу. Вытянули петлю, провязали третий столбик. Следующая и снизу. Снова вытягиваем петельку и провязываем следующий столбик. Дальше следующее. Снизу. 5. И последний 6-й столбик. Вот она наша последняя петля. За задние стеночки. Здесь немножко неудобно. За ту же петлю снизу напротив нее. Вот так это у вас должно будет выглядеть. Захватываем нить и вытягиваем последний столбик. 6. 7-й столбик мы с вами вытягиваем из вот этой вот перемычки, которая идет у нас сбоку. Вот. Это поворотный столбик вместо воздушной петли. Вот так. Дальше разворачиваем вязание и вяжем точно так же за задние стеночки. Первую петлю мы пропускаем, это наш поворотный столбик. И во вторую за заднюю стеночку мы вставляем крючок. Здесь повторяем то же самое, видите? В ту петлю, которая напротив, вставляем крючок, вытягиваем петельку и провязываем еще один столбик. Это первый. Далее следующая петля и напротив нее. Захватили второй столбик. Следующая задняя стеночка и нижняя петля. Третий столбик. Следующая. Четвертый столбик, следующее и пятый столбик. Здесь у нас, смотрите, подошли к концу. Вот эта петелька последняя, она спрятана под перемычкой. Задняя стеночка именно спрятана под перемычкой. Вставляем вот так. Провязываем последний столбик, 6-й. И теперь вяжем поворотный столбик вот за эти две перемычки. Вначале у нас она была одна, в конце. И дальше в каждом ряду их у нас будет две. Вот они, видите, с обратной стороны вот эти две петли. С этой стороны вот они. Захватываем нить и провязываем 7-й поворотный столбик. Разворачиваем вязание и точно так же во вторую петлю, то есть первую пропускаем, продолжаем вязать. Раз, следующее, два, следующее, три, следующее. 4, 5 и последняя, вот она спрятана у нас под перемычками, 6. Последний, 7-й поворотный столбик вяжем вот за эти две перемычки. 7. И таким образом нам нужно провязать с вами 15 рядов, то есть вот до этого момента, пока нам не нужно будет привязывать полукольцо. Как его спрятать так, чтобы не было видно с обратной стороны, я вам обязательно сейчас покажу. После того, как провязали 7-й поворотный столбик, разворачиваем вязание и провязываем первый столбик без полукольца. Вот так. Дальше вставляем полукольцо, придерживаем, заводим крючок в полукольцо и вставляем, провязываем первый столбик. Но вяжем мы его. Смотрите, не после полукольца, вот так, а заводим крючок в полукольцо, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Вот так.
Далее снова заводим крючок. У нас уже кольцо закреплено, оно держится. И заводим крючок внутрь. Провязываем следующий столбик. Снова заводим в полукольцо и провязываем наш столбик. Далее следующее. В полукольцо заводим под петли, куда нам нужно. Захватываем нить, вытянули. Снова в полукольцо завели крючок, захватили нить и провязали следующий столбик. Уже три. Теперь еще раз в полукольцо. Вытянули, снова завели крючок в полукольцо и провязали второй и последний, четвертый столбик, получается, внутри нашего полукольца. Таким образом, наше колечко осталось внутри вязания. И теперь нам осталось провязать последний столбик без полукольца. Вот так. Провязываем поворотный столбик. Разворачиваем вязание, и теперь нам необходимо спрятать вот эту штучку. Заводим крючок в первый столбик, провязываем без изменений. Дальше заводим крючок в следующий столбик и снизу. Но полукольцо наше должно остаться под крючком. Будет сделать немножко сложно, вот таким вот образом, потому что кольцо будет выпирать. Но провязываем без проблем. Полукольцо стараемся оставить под крючком. Вот таким вот образом. Следующий столбик. Еще. И последний столбик с полукольцом. Провязали. Дальше оставшийся столбик. И поворотный. И вот что у нас получилось. Наше кольцо спрятано с этой стороны, и его не видно с этой стороны. Вот такая вот красота у нас получается. Теперь нам осталось провязать еще 3 ряда. Ну вот что у вас должно получиться. Обратите внимание, наши детали почти одинаковые. У нас 2 ряда сверху после полукольца, и с этой стороны нам осталось сделать только закрепляющий ряд. Мы провязали последний 7-й поворотный столбик, разворачиваем вязание, вставляем крючок. И если раньше мы вязали вот таким вот образом, да, наши столбики, то теперь мы будем вязать соединительные столбики. Заводим крючок также, захватываем нить и протягиваем ее не только через вот эти вот 2 петли, но и через петлю, которая на крючке. Вот так, соединительный столбик. Снова заводим крючок дальше, захватываем нить и протягиваем через все петли. Заводим дальше и снова протягиваем через все петли. Таким образом мы с вами закрываем наш ряд. Вот так. Вот так. И последний наш столбик мы вяжем вот сюда, в это соединение, туда, куда мы вязали поворотный столбик. Вот что у нас должно получиться. Теперь наши детали одинаковые. Давайте по размерам. Высоту наши детали получились 11,5 сантиметров, ширину почти 6,5. Итак, что мы делаем теперь? Как будем соединять наши детали? Здесь я нить обрезала, забыла, если честно, про нее, но в принципе здесь не страшно, можно добавить ниточку. А вообще имейте в виду, что нужно оставить нить для пришивания наших деталей. Приблизительно оборачиваем нашу деталь по кругу шнуром в 2 раза. И вот такой отрезок нам понадобится. Для начала пропустим наш хвостик через нашу петлю, чтобы затянуть хорошенечко. Вот что у вас должно получиться. Вот у нас идет деталь. Смотрите, вот это место, где откуда мы начинали вязать, это начало. Вот это место, с которого мы закончили вязание, это наш клапан. То есть мы начинаем привязывать от начала вязания вот сюда. И пришивать будем обычными стежками, то есть никаких заморочек здесь не нужно. Пришивать будем за вот эти вот задние перемычки от столбиков обвязки. Вот они, я надеюсь, вам их видно. Итак, заводим иглу под центральную перемычку из 3 поворотных столбиков.
И хорошенько это все дело подтягиваем. Дальше заводим иглу в следующую. Вот у нас здесь, смотрите, есть вот такие перемычки. С каждой стороны, с этой стороны есть и с этой стороны. Такие же остались и снизу. Вот эти перемычки у нас остались от цепочки из воздушных петель. А вот эти появились из-за того, что мы делали поворотный столбик. Итак, мы вставляем иглу под эту перемычку. Вот таким вот образом. Хорошенечко это все дело надо подтянуть. Дальше заводим за следующую перемычку здесь. И вот так выглядит мой шов, красиво, аккуратно и незаметно. Здесь можно использовать как соединительные столбики, так и любые другие швы. Пришиваете как вам угодно, как вам больше нравится, так и пришиваете. И таким образом мы пришиваем по кругу всю нашу деталь. И потом переходим к привязыванию второй детали. Ну что, вот такая вот сумочка у меня получилась. Я пришила свои боковые детали. Вот так это выглядит. Если вам не нравится форма, ее можно также укрепить конвой или толстым фетром. В общем, все, что вам понравится. И приблизительно вот так будет выглядеть наша сумка. Теперь давайте оденем замок. Замок у меня от сайта Пряжа Центр. Ну вот что у меня получилось. Вот так это выглядит внутри. Вот так это выглядит снаружи. Специально выбрала треугольный замок, чтобы он повторил наш рисунок. Наша сумка готова. Вот такая красотка у нас получилась. Осталось только надеть цепочку. Вот такая красота у нас с вами получилась. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем отвечу, помогу, подскажу. А на этом все. До новых встреч и пока-пока!